Привет, друзья! Сегодня распаковка вот такой вот огромной посылочки. Я уже знаю, что здесь лежит. Я это долго ждал. Ссылочку, само собой, я оставлю в описании. Так, раскрываем. Это вот такой вот Love Pro рюкзак. У меня уже куча рюкзаков и сумочек, и для каждого я нахожу применение. Но, конечно, места они в квартире занимают очень-очень много. Так, давайте сразу бегленько осмотрим, что здесь находится. Здесь вот такая вот штучка. Вот такой вот кармашек. Интересненько. Не совсем понял назначение. Хорошо, здесь крепление для штатива. А, вот. Все, я понял. Значит, сюда упирается штатив. И здесь закрепляется, и все очень удобно будет переносить его. Здесь сумочка для бутылочки, например, или что-то вот, ну, вот так поставить и закрепить вот сюда. Так, здесь наружный второй карман, то же самое. Бутылочку можно поставить. Так, дальше, молния. Наружный карманчик. Здесь раз кармашек, какой-то он такой прям утепленный, непонятно для чего. Здесь побольше кармашек, здесь кармашки для ручек и большой карман для зарядок и еще всякой мелочи. Дальше, основной отдел интересно открывается, у меня обычно открывался вот здесь, а здесь открывается изнутри. И это сделано для того, чтобы, скорее всего, безопасно было переносить. Например, в метро, чтобы все основное, самое дорогое, было здесь, и снаружи его невозможно было открыть и вытащить без вашего ведома. Вот. И здесь что у нас? Маленькие кармашки позиционируются для флешечек, хотя, мне кажется, удобнее сумочку для флешечки, специальный органайзер иметь. Здесь какой-то плоский карман для документов, например. Так, и здесь вот такая подушка. И, например, раз камера, вторая камера. И для небольших объективов, если большой, то придется лежа укладывать объективы или вспышки. Вот таким образом. Мне кажется, очень классный для путешествия рюкзак. И для долгих переходов на поясе застегивается. Я ему найду применение. Он для небольших съемочек или для поездок очень будет классный. Ссылочку оставлю в описании. Мне кажется, очень классный. И он дорогой, но он фирменный. Он с толстыми боками. И тем самым он прослужит очень долго и надежно за счет того, что он не открывается снаружи. Можно ездить и не бояться, что украдут. Все, спасибо за внимание. Пока.